сегодня мы вышли против геноцида чеченского народа. Ежедневно селы обстреливают военные. Чинят беспредел. На дорогу останавливают. Среди белого дня унижают, оскорбляют мужчин. Без денег не пропускают. Неужели, Путин, мы должны, которые убили нашу нацию, 350, уже за полмиллиона переваливается, вы нас убили, уничтожили, разрушена 100% наша республика, и вы хотите, чтобы миллионы вашу армаду мы кормить должны. Вы посмотрите на дорогах, мне стыдно выйти, я на вашем унизительного слова я не нахожу на ваших генералов в лице. Какие же они генералы, когда мародерничать стоят ваши солдаты? Это не солдаты, это маньяки-убийцы. Убивают ежедневно в городе в Грозном. 2 часа ночи заходят, давайте водку. Нет, стариков, женщин убивают. Эти же убийцы вернутся к вам на родину. Проснись, Россия. Чечня плакала 2 года, все ждали. Сегодня весь мир будет гореть. Чтоб горело весь мир. То, что чинили в Чечне, под бомбежкой спящих детей наши расчиняют на несколько части. Гибнут наши женщины. Вы даже наши роддомы разрушили. Сегодня вы вешаете ярлыки, ваххабизм. Теперь вы поняли, что вы воюете со всем миром, воюете с мусульманами. Что вы не хотите, чтобы существовали мусульманы. Вот к чему вы идете. Вы громко гласно говорите, что защищаете мусульманов, что вы хотите остановить его. Нет. Это все рук спецслужбы. И верхушка вот это вся этого чинит. Сегодня мирным людям не мешает ни армян, ни русский, никто. Это вам мешает. Вы делаете верхушкой деньги. Остановите геноцид против чеченского народа. Вам боком обойдется. Сколько проваливаются ваши самолеты, чтобы вы горели огнем. Чтобы вам Аллах все возмездие было в ваших домах. Сколько вы можете нас убивать, сколько вы можете нас грабить. У нас нет ни постели, ни подушки, ни одеяла. У меня ребенок просит, когда мама, ты мне купишь одеяло. Я сплю на полу, твари вы, сколько вы можете нас убивать? Остановите геноцид против чеченского народа. Остановите. Наш народ это не алкаши. Вы хотите у нас, и так наши обычаи отняли. То, что у нас есть родной, все отобрали. Остановите войну. Восстаньте, женщина Россия. Это горячая точка, то Чечня сегодня. Завтра будет весь Кавказ. Вся Россия будет гореть. Если вы не остановитесь.